Последнее слово курения. Неудобно немножко. И вейпинга. Классный. Да. Да ты в себя дуй, а не из себя. Ну, а если честно, ребята, вот это мы сейчас чистим сажевый фильтр с Opel Vectra C. 1,9. Вот, и вот написано на форумах, что нужно 3 раза дунуть, и тогда вся сажа вылетает. Мы только 2 раза дунули, еще не вся сажа вылетела. На тебе, ты. Не, я не могу. О, уже почти чистый, все. О, вот теперь точно чистый. В общем, не забудьте одевать маску, когда чистите сажевый фильтр с Opel Vectra C. А можете, в принципе, не одевать. Вот дуете, дуете, вот когда уже черная вокруг рта перестанет появляться, значит, фильтр чистый. Или почистить сажевый фильтр, помыть своими руками. Сняли, начали продувать, очень много сажи вылетает. Но это первое, что мы сделаем, потом будем мыть. В общем, решил это дело сделать даймером, поскольку во многих делах он показался очень хорошо, вплоть до того, что я оставлял закипевшие с нагаром черные клапана в чистом растворе даймера на несколько часов, доставал их оттуда абсолютно белыми. Заткнул нижний патрубок, заткнул канал перепроводку, вот эту трубку переброса канала, или как он называется, заткнул отверстие, куда датчик лямбда зонда включается, кручивается, позатыкал все, залил горячей воды, накипятил, залил пока слабый раствор даймера. Сейчас хочу залить раствор 1:1, литр даймера, литр воды. Здесь где-то помещается около 3 литров, 3,5 литра жидкости в сажевом фильтре. Залил до полна, постоял он у меня на слабом растворе даймера с жидкостью, с водой, минут 40. И сейчас через вот это отверстие делаю пенку, воздух, туда-сюда гоняю. Ну, скажу вам, я уже вижу, сажа нереальная вылазит, хотя я до этого мыл, продувал. Но это видео больше эксперимент, не совет. Я покажу... Хочу показать, что получилось у меня, поскольку менять сажевый на новый, ну, это очень затратно. Ну, пробуем так, как говорится, колхозить. Ага. В общем, сливаем, смотрим первый результат с слабым раствором. Ого, чача какая. Чача-мачача. Это раствор для разъедания катализаторов. Да. Керамики, да. Для рассыпания, разъедания керамики катализатора. Но даймер, как всегда, показывает себя с хорошей стороны. Это причем раствор был 1:25 примерно. Сейчас постараемся 1:15, 1:1 почти сделать. В общем, это способ прожига сажевого фильтра. Принудительная регенерация. Без прожига, без прожига. Прожиг, да. Без прожига. Подготовили тестовую емкость, чтобы видеть цвет мачмалы. Да, результат наших экспериментов. Аккуратно наливаем. Вот, и мимо там с трубочки течет. Да, да. Выбрал неправильный угол слива. Да. Ну, такая жидкость свидетельствует о том, что необходимо повторить операцию. Надо попробовать на вкус. Либо это Кока-Кола, либо это очень плохо все. Мы слили второй раз, когда заливали 1:1. Черненькая. Вот такая. Еще столько мачмалы. Ну, что я вам хочу сказать. Трубы внутри чистые, патрубки. Прям блестит. Сейчас будем промывать водой. А ты на луну посмотри, если видно, то... Да я сейчас посмотрю, глаз весь будет в саже. Пока не видно, потому что все в пене. Надо промыть. Идем промывать.
Так. Как будто... Ну, это уже почти питьевая. Да. Один раз можно. Черненькая все равно, но мы повторим эту процедуру несколько раз еще. Потом помоем под давлением. Думаю, однозначно высушим, и однозначно будет результат получше. Пена, пенится, но визуально уже смотрим, у меня немножко тут, конечно, катализатор подразрушенный был, потому что я прерывал неоднократно. Да, прерывал неоднократно. Прожиги в целом, целый, не разбитый, но вот краешки тут подкалывают. Вот, но цвет уже... Цвет айфона, залитого водой. Теперь делаем с другой стороны. Пена с черным лезет. Продуваем во все отверстия. Ну, минут 15 мы моем. Водичка уже практически чистая. Лопухов нету, сажи. Пена чистая. О, местами еще из уголков. Вот ты куда-то попал. Хорошо. Под разными углами мы это делаем. Полезно, полезно.